6 октября 2024 год, Москва, Манежная площадь. Я, Вадим Гончарук, всех приветствую. Сегодня рабочее объединение межрегиональных штабов Национального освободительного движения провели серию одиночных пикетов здесь, на Манежной площади, в поддержку курса главы государства Владимира Путина на суверенитет Отечества. Напоминаю нашим подписчикам, друзьям, соратникам и всем гражданам России, Великой России, что запущен сбор подписей 21 сентября этого года за чрезвычайное полномочие для главы государства Владимиру Путину. Для чего нужны эти полномочия? Ну, все вы видите ежедневно, так сказать, агрессию НАТО и США, во главе США. Для того, чтобы остановить эту агрессию, для того, чтобы провести конституционные реформы, чтобы, соответственно, изменить колониальную конституцию на суверенную, для того, чтобы зачистить пятую колонну во власти, нужны вот эти полномочия. Соответственно, вот в бланке там даже еще указано, значит, признать незаконную независимость Украины и стран Прибалтики, которые сегодня козыряют, что они там, значит, независимы и так далее. И поэтому туда поставляется оружие, Соединенные Штаты Америки туда поставляют. Об этом вот Ли Страсс, значит, говорила открыто Лаврову, что, говорит, вы же признали независимость Украины, ссылается на договор. Все, значит, мы хотим туда, поставляем оружие, они куда захотят, туда и входят, в блоки. То есть вот надо отозвать эту независимость, потому что Украина, как и все другие республики, вышла из состава Советского Союза незаконно. Вот это как бы основной момент. И он указан в бланке. Поэтому каждая подпись нужна и каждая подпись важна. Сайт проекта за референдум, сайт проекта полномочия Путину.рф. Значит, на этом сайте все, так сказать, написано, какие действия нужно сделать. Значит, можно распечатать бланк, отправить там на абонентский ящик и так далее. Вот сегодня это, вот, так сказать, очень важная задача, которая стоит перед национально-освободительным движением. И, конечно же, мы эту задачу выполним. Выполним обязательно. Ну, информационный фронт продолжается. Он проходит вот прямо здесь, в Москве, на Красной площади, на Манежной площади, у Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции. Там, где стоят наши соратники, но не говоря, что, значит, и на ВДНХ сейчас, и на вокзалах стоят. То есть идет огромная борьба, огромная работа за наше будущее, за будущее страны, за то, чтобы страна была суверенной, независимой и справедливой. Поэтому мы здесь и продолжим эту борьбу до победы. Вместе победим. Враг США! Украина! Наша земля! Путин! Армия! Народ! Вот рецепт победы НОД! Путин! Армия! Народ! Святая Троица! Вперед! Путин! Армия! Народ! Супостата! Гибель ждет! Родина! Свобода! Путин! Ура! 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 Да здравствует! Великая Россия! За Россию! За победу! Ура! Ура! Так тому и быть!